почуть колдовство на холостом ходу. Активировать камень ученика, предварительно найдя его. Здесь, кстати, хижина Мика, бесплатного пса. Это постоянное ее положение, а он рядом сидит на дороге. Приведет к хижине вас. А можно сначала найти хижину, потом его. Под прямым углом. Между Марфол и Селитьют. А это камень ученика. Он дает 100% прибавку скорости регенерации магии. То есть в 2 раза быстрее регенерируется магия. Восстанавливается. Или взять известный всем, активировать камень мага, который расположен вместе с 2 другими камнями хранителями. Этот камень тот что-то там прибавляет в магии. А, увеличивает магию. Нет, увеличивает скорость набора характеристики магии. Колдовство, иллюзия, всех характеристик, связанных с магией. Но скорость набора этих характеристик всего-то на 20% прибавляется. А там скорость регенерации, запасы магии на 100%. Разница существенная. Камень Атронаха. Вот он, с такой загогулиной рядом. С 2 загогулинами. Здесь гейзеры горячие бьют. Вот он. Он увеличивает магию. Это позволяет, например, вызывать Атронаха на первом левеле, на первом уровне героя. А так магии не хватит. Ну еще можно найти всякие предметы туалета, то есть экипировка, которые зачарованы на скорость регенерации магии или набора опыта, если есть такие, или количество ресурса магического, который необходим для какого-то заклинания. В данном случае школы колдовства. Итак, активировали мы камень ученика. Нашли труп. Никаких дополнительных экипировок у нас нет. И купив заклинание захват душ у мага в замке Ярла Вайтрана, изучили его, экипировались и применяем на трубу. Это можно делать бесконечное число раз, пока не надоест.
чтобы получить сигильский камень, который необходим для активации кузницы Атронахов, расположенной в подвале коллегии магов, нужно прокачать колдовство до 90. Взять квест на добычу сигильского камня. Ему приносим, и он нам его дарит. Бест, бост, мест, но. А мы активируем кузницу Атронахов. Тихо, спокойно, никто не мешает. Медленно, но верно. Это, наверное, единственное заклинание, которое можно позволяет прокачивать опыт соответствующие характеристики на трупах. Если вызывать, например, Атронахов, а они не будут вступать в бой, то опыт не будет зачисляться герою. Вот так. До новых встреч в эфире. Приятной игры. На этой оптимистической ноте заканчиваю.